Сегодня готовим кебаб. Куриные бедра. Я уже сразу купил почищенные, без шкуры, без костей. Лук и сало. Сало надо 25% от общего количества курицы. Лук 5%. У меня здесь примерно 2,5 килограмма курицы, 500, 450 грамм сала и где-то грамм 100 лука. Был однородным, половину курицы, лук и сало перемолим еще раз. После того, как мы перебили фарш, надо его помешать 8-10 минут. Перец, соль, паприка, кориандр. Важно наш фарш очень сильно отбить. По 10-15 раз. Такие шарики, снежки. Фарш отбиваем, чтобы он стал воздушным. Получили воздушный и липкий фарш. Привет! Сегодня пробую кебаб, который приготовил мой брат Альберт. Итак, смотрим, ломаем. Шикарнейшее, нежнейшее мясо, сочнейшее. Шикарное, мягкое мясо, сочное. Шедевр кулинарии, если хотите. Очень вкусно.